И всем привет, друзья, вы на канале Seis Optimus. А сейчас 3:30 утра, 5 января 2024 года. Мы едем в Лаганаки. Едем в Лаганаки, едим сосиску и палки. Ждите, скоро будет снег. Я могу отжать старые колонки от компа. Вчера поменяли. Как же долго это кофе ждет он. Он уже устал. Этот. На Монахо. Там видов куча. На Монахо? Мы с Кириллом ходили. И с конем. Да. Только мы с конем. Ну, у него фамилия Кононенко, он с нами работал, мы всего конь всегда погоняли. И что, там долго подниматься? Сколько идти? 8 километров. 8 километров вверх? Не, маршрут весь. Вверх. Где-то с одной стороны ты 600 поднимаешься, с другой стороны 600 спускаешься. То есть, получается, на гору со 600 зашел с одной стороны. Не, меньше, чем трезубец. Ну, я тебе так скажу, он полегче, чем трезубец, но маршрут... Одна треть, грубо говоря, это спуск подъема, а остальные две трети, это ты по горе, по хребту идешь, там ну, такие вот подъемы. Ну, наверное, остановились на такое... смотровой площадке. Очень красиво. Сейчас вам покажу. Внимательно смотрите, что за красота, ребят. Что за красотища. Вон снежные вершины. Сейчас чуть-чуть качество ухудшится, но мы чуть поближе посмотрим. Красота. Красотища просто, ребят. Thank you.
друзья, вот и первый снег. Осталось 20 километров до Лаганаки, 29 минут, и мы скоро доедем. Да, Киду? Конечно. Радуются краснодарцы снегу. Вот так вот. Нафиг ты палишь на город. Все. Теперь мы не будем. Снег не жрать, с собой не брать, да? Ребята, вот и первый снег пошел у нас. Вот он этот снег. Орел. Ворон. Красота. Стабилизация хромает пока что. Пока GoPro-шки нет. Куда-то дорога, да, тогда ведет? Да, мне больше нравится. Вот мы в гору заезжаем на липучках. Едет? Ей, она не буксует. Она даже не буксует. Обороты не подскакивают. Нет, я посмотрю направо. Блин, тут запотело чуть-чуть. Не. Вот мы и доехали, да. Идет снежок. Красота. Паша спрашивает, куда же все идут, Паш? Объясни мне, Павел, куда все идут? Сейчас за бортом сколько градусов? Один показывал последний раз. Показывал один. Одеваем капюшон и идем. Сухи. Где Кирилл? Вон. Напрягают камушки, правильно? Вот эти вот, ребят. Красивые камни. Сугробы. Пойдемте перейдем дорогу к сугробам. Посмотрите, какие сугробы. Сугробы выше меня. 2 метра. Снег. Ребята, наверное, с Сибири, в центральной... Ребята, говорю, наверное, с центральной России, с Сибири в афиге с меня. У нас в Краснодаре, ребят, такое, как говорится, огнем с огнем не сыщешь, или как? Красотища. Я вот туда пройду. Сейчас плюс один, да? Да, плюс один, ноль. Там туман. Капец, сугробы, конечно. Ветерок там есть, сильный. На квадрокоптере будет, я тут еще не летал, будет прям трудновато летать на моем. 249 грамм, вон. Такой запорошенный домик. Снег. Интересно, что там внизу. Чисто туман и сильный ветер. Опасно. Короче, вот доехали до Лаганаки. Ветер здесь в горах сильный. Но дороги благо чистят. Все красиво. Процесс переобувания, переодевания практически закончен. Я переоделся в аляски. Такие. Всем йоу, подписывайтесь на мой канал. Сразу напоминаю, он называется «Походы с командой». Такой снегопад пошел сильный. Ну вот, сейчас мы пойдем вон туда.
400 рублей. Сейчас платим за вход в заповедник. 500 рублей ватрушки стоят на час. Заплатили за вход в заповедник. Вот, открываем. И вот он, заповедник. Вот что мы должны сегодня пройти где. Потом мы на ватрушках будем, ребят, кататься, потом будем на ватрушках, да? Да. Снега? Миллиард тут. Ну, ёшкин кот. Кто-то удивлен? Снег, ребят, снег. Смотрите, как занесло. Офигеть, тут глубоко, жесть просто. Смотрите. Кайф, да? Серёга, иди сюда. Песок, дровник. Вот отсюда спускается на ватрушках. Красота, ребята. Кто хочет, милости просим, приезжайте. 300 рублей вход. Ватрушка 500 рублей час. И вот такая красота. И еще вход в заповедник. Гуляй, не хочу. Там места куча. Дошли вот до таких знаков, чем идти в Кавказ, когда пойдем отдохнуть, прогуляться на дно, прогуляться под травой. Я извиняюсь, что же это означает, под травой прогуляться и видеть последних динозавров. Что ты выбираешь? Я? Вернуться обратно. Понятно. Дальше. Мыслить и поступать экологически. Оставьте меня дома. Почему высокогорные растения уязвимы? Человек в природе друг. Ну что? О, давайте туда. Ну что, Павел? Дошли до поворота или еще нет? Это был мираж. Это был мираж. А мы до поворота до того. Что там за низ, интересно? Что-то твердое? Не, я дальше не пойду, там очень глубоко. У него маленький вес, поэтому... Вот у него не маленький вес. Там может обрыв, аккуратно, ребят. Вот еще нашли, написано, внимание. Внимание, посадка вертолета. А где эта посадка вертолета? Вот там? Или там? Ой, никто не знает это. Ребята кайфуют. Ездят на этих извозчиках. Красотень, ребят.
Да, у нас в Краснодаре нет такого. Вот здесь приходится ездить в плато Лаганаки, чтобы походить по снегу, покататься с ватрушки. Но тут красивее получается. Горы, снег. Подписывайтесь на канал Заблудшие Люди. Ребят, метель усиливается. Мы идем обратно. Очень сильная метель. Взяли, короче, две ватрушки. Сейчас будем гонять вот с этим большим человеком. На ватрушка. Поднимаемся на гору. Фух. Я сказала, стартуем. Я сказала, стартуем. Погнали. Красотень. Отход. Отход. Приехали, ребят. Класс. Пятками тормози. Павел. Павел катится. Павел, не убей людей. Сейчас левее брони. Подожди, куда он накатил. Ваши ощущения! Ваши ощущения! Нет, Дима, сзади, 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 отходи! Подпрыгивай! Подпрыгивай! Отпрыгивай! Упали, ребята. Иди сюда. У тебя что, проблема с катанием? Гоша, я не пойму. А что случилось? А что тебе? Мамы нет или что? Нет. А что ты не можешь? Что, уже проехаться не можешь? Потел? Отойдите! Ребят, ну тут весело, классно, так что приезжайте. Ну что, погнали, ребят. Разгон серьезный. Отход. Отход, ребят. Оп. В общем, ребят, подписывайтесь на канал Заблудшие Души, на второй канал Сейс Оптимус. Подписывайтесь, красотища. Всем советую в Лаганаки поехать. Расскажите, вот мы остановились, уже уехали чуть вниз от Лаганаки, вот, решили перекусить. Так. Тут у вас все по-спортивному выглядит. Газ у вас тут, да? Печь мини, да? Да. Котелок, правильно? 5 литров или сколько там? 5.
5 литров водички. Вчера для чего водитель. Для чего это все нужно, скажите, Павел? Ну, сейчас вскипятим воду, зальем доширак и поедим горячего мини-супчика. Еще скажи, что не снимал. Зальем доширак. Отлично. Так вот. Заодно, пока будет греться вода, тепло в машину будет заходить. Тепло будет заходить в машину. А выходить не будет? Нет. Очень жаль. Плюс, опа! Кстати, помимо вот такого вот, так. Вот такого вот, у меня я еще взял на пробу, поскольку мы же туристы. Ух ты! Это что такое? Каша да. Перловая да. Со свининой. Да, и есть рисовая. Есть рисовая. С говядиной. С так ума что... сойти. Да. Что же делать теперь с этим добром совсем? Кушать? Да. Ну не смотреть же на него. Ну не смотреть так же на него. Есть у нас вот такое вот. Ага. Опа, это протеиновые батончики, очень хорошие в походе. Есть. И куча все. Кофе под язык. Есть еще чай фруктовый. Но мне нужно вот это. Опа, это что у нас такое? Спички. Да. Не велички. Угу. Открываем газ. И вот это она, можно? И вот это она горит, короче, вот так, да? И не тухнет. Ну да, он боги выйдет на воду. Ребят. Это не тухнущая. Она продолжает все равно гореть. Мы это уберем. Все, отлично. Хотел потушить не тухнущую. А ну-ка. Оп, она все равно продолжает догорать свое. Но это мы, конечно же, уберем. В общем, красотища, ребят. Приезжайте в Лагонаке, красота и лепота. Сейчас мы покушаем здесь и поедем домой. А вы не забывайте подписываться на канал Заблудшие Души, Сейс Оптимус на пиротехнику и петарды вместе с нами. Это не реклама. Всем удачи, всем пока. Чем скушаем? Доширак. Смотрим на горы. Тебе понравился поход? Ты первый раз был в Лагонаках? Да. Ну, хотелось бы все-таки дойти до той смотровой базы. То есть заповедники хочется тебе побывать, туда до конца дойти. То есть 20 минут ты будешь идти 1,5 километра. Да? Будь добр. Ответь. Да, ну я мог бы больше пройти, прошел бы без шипов, поэтому не так удобно. У тебя, смотрю, уже приготовилось, да? Уже бурлит, 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 посмотрите. Ой, как шикарно. Это же не кошерно. Не кошерная пища. Красота. Приятного всем аппетита. Мы кушать дальше.